выражаю огромную благодарность бустерам за финансовую поддержку. Благодаря вам мы можем с уверенностью продолжать делать этот сезон. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я, например, выкладываю ваши арты. И, конечно же, заходи в мой магазин эксклюзивного мерча на MyUniStore. Приятного просмотра. Да, торжество принцессы пошло совсем не по плану, хотя начиналось ой как хорошо. Что может пойти не так, а? А ничего, потому что у нас все схвачено, да? Сейчас... Как медленно! А! Фух! Что? Как же это могло произойти? Юни, есть догадки? Все гости стали свиньями. И я подозреваю, что нас предупреждали. От маленьких намеков от Дуси и Дуни, якобы король опять нажрется как свин, до писем, что вот-вот будет пиршество. Следи внимательно, чтоб вино пили все, кроме Пьера. И он действительно не пил и не превратился. Но вот не складывается у меня в голове единственная деталь. В еще первой записке, оставленной принцессой, было отчетливо сказано, что на празднике готовится не это, а секретная встреча с неизвестной мне женщиной. А не женщины, не встречи. Так и не случилось. А вообще, это ж так смешно. Все стали свиньями. Батю, конечно, жалко, но поросенок из него ничего. И привет, на связи Юни. Рада приветствовать тебя в первом сюжетном сезоне под названием «Торговка тайнами». Тайн я никаких не знаю, но может сейчас что-то изменится? А что же будет дальше? Так не терпится узнать, а, юные зрители? О, поверьте, там ничего интересного, право. Ну, разве что кроме момента, где Боров батя надел на газон Эй, мне тут темно вообще-то? Да ладно, ладно, красавица. У меня и так мало экранного времени. Потерпи уж. У меня так-то ситуация вообще отлагательств не терпит. Ну, знаешь, будь ты хоть сама принцесса. Я тут рассказываю. А я тут в неудобном платье, окруженная свиньями. Ох, как же я устал. Итак, продолжаем. Нет, 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 нет! Да, Пьер, твои глаза тебя не обманывают. Да что же это такое? Юни, Юни! Не может быть! Они должны быть зелеными! Что? Ваше Величество, ну как же так? Да-да, вот именно, что хрю. Что? Ну что, что? Ну смотри, во всем надо искать плюсы. Во-первых, мне удалось это все обставить. А во-вторых, все получилось даже лучше, чем планировалось. Чем планировалось? Приехали даже те, кто вообще в планы не входил. Заткнись, я тут рассказываю. Так вот, смотри, маленькая недопринцесса. Я, Пьер Долес Кункас, снова всех переиграл. Что это было? Ты еще не поняла? Я все это очень хорошо спланировал. Все эти короли, принцессы, свиты, замки. Тьфу! Лишь бы набить свои животы до карманы потуже. Свинство, да и только. Да, да, вы тупые свиньи. Люди, одним словом. Ну давай, задавай свои вопросы. Может, хоть ты меня развлечешь? Черт, он превратил всех в замки, в свиней. Долбанный Пьер Долес Кункас. Ты совсем больной? А где настоящая принцесса? Зачем ты это сделал? Вообще, зачем тебе нужна была я?
О, браво, браво, какое самолюбие. А мы бы неплохо поладили. Ну ладно, зачем, зачем? Ай, расскажу все, а то у тебя наверняка много вопросов. Да, вопросов хоть отбавляй. Ну что же, все началось тогда, когда меня еще совсем крохой выкрали из родных краев и продали в это королевство. Я был простым пажем и жил с прислугой, наблюдая каждый день, как эти свиньи набивают себе брюхо. Годы шли, я становился ближе к королевской семье, но я не забыл. Нет! И вот, 16 лет назад я стал королевским советником из простого пажа. Где же это видано, да? Но ведь недаром я Пьер Долис Кункас. И вот, я начал вынашивать план мести, страшной мести. За что? Спросит моя маленькая принцесса. Ха. За то, что я последний из рода Скункас. За то, что... За то, что... Неважно. Лучше расскажу более интересную часть. Для начала я втерся в доверие к принцессе, планируя просто оставить королевство без наследницы. Затем я узнал, что есть ты, девочка из деревеньки, которая выглядит точь-в-точь, как Юми. Затем я вспомнил одну старую знакомую. В ваших краях ее зовут Торговкой Тайнами. Так это не обо мне сезон? Я все это время думала, что торговкой тайнами буду я. Эта женщина не просто торговка, нет. Она продает все. Секреты, тайны, желания, жизнь и смерть. В качестве платы она берет только самые-самые редкие вещи. Как, например, принцессу Юмилию. Что? Знаешь, за что я продал принцессу? Я нет. За что? За это. Чего? За бутылку? Может показаться, что это обычная бутылка, да. Но на деле в ней было очень занятное содержимое. Абсурдное пари с демоном. Пари с демоном в бутылке? Да, звучит как полный бред. Согласен с тобой, моя колхозная принцесса. Но, как видишь, все сработало. Суть простая. Тебе надо поставить на кон свою душу, при этом задав абсолютно абсурдное условие для сделки. Риски очень велики, ставка крайне высока. Выигрыш невозможен. Но я Пьер Долис Кункас! Все предусмотрел и все просчитал. Ох, и какое было условие? Ох, моя девочка, условие звучало так. Если в день совершеннолетия принцессы корону на голову наденут не настоящей принцессе, то все, кто пил сегодня вино, обратятся в зеленых свиней. Только вот свиньи не зеленые. Видимо, демон расстроился, что пари выиграно. Ну ничего, мне и так нравится. Ох, ох-ох-ох! Тебя заманить было ну очень легко. Особенно учитывая твою любовь к поиску тайн. Пьер, твой единственный друг, найди меня. Так эти письма были даже не от принцессы, а от тебя. Мора. Тогда зачем ты написал про какую-то женщину? Ха, да так, для девочки без матери таинственная женщина служит отличной мотивацией. Ох. Ха, ну, вроде все рассказал. Вопросы? Переиграли и уничтожили. Получается, что Пьер поставил на кон свою душу с условием, что корону наденут на ненастоящую принцессу, и все для того, чтобы отомстить. Ладно, месть королевской семье, но остальные-то что тебе сделали? Все жители королевства, гости из соседних. Да ничего, в общем-то, но мне их не жаль. Даже не жаль? Им-то не было меня жаль. Зато теперь, когда никто мне больше не помешает, я могу пожить в свое удовольствие. Тост за Пьера Долис Кункса! Вот же, зараза! Ты выпил?
Пьер, стой, Пьер! Ты... Мне его поймать надо, чтоб... Ну, дела. Боже, боже. Нет, здорово, конечно, что Пьер сам попался в свою же ловушку. Надо запомнить, кстати, что с демонами лучше не заключать никаких сделок. Осмотрю здесь. Да поболтаю с гостями. Вдруг кто-то сохранил способность говорить. И еще я хочу немного разобраться насчет торговки тайнами. Не зря же сезон называется в ее честь. Это какая-то старая женщина, которая продает все. Секреты, тайны, желания жизни и смерти. В качестве платы она взяла принцессу Юмилию. И не факт, что принцесса Юмилия, ну, то самое. А взамен на принцессу торговка тайнами дала Пьеру бутылку, в которой находилась абсурдная пари с демоном. Боже, это так запутано. Пьер пришел к женщине. Старый купил у нее бутылку взамен на принцессу, а внутри бутылки находилась пари с демоном. Пьер выполнил условия этого пари, выиграл, и все стали свиньями. Ха, и Пьер тоже. Ну что, свинюшки, вы разговариваете? Нет. Заколдованный батя. Пьер заключил пари с демоном и превратил всех жителей королевства в свиней. Батя не исключение. Я должна расколдовать его. Задача – вернуть бате человеческий облик. Награды – батя в человеческом облике. Это-то как сделать? А еще у меня выполнилось это задание. Странная записка. Я разобралась, что за странная записка это была. Это все подстроил Пьер. Боже, что происходит? Обычные свинки. А может, в сундуке что есть? О, яблочный ламбик. Ух ты, забрать или нет? Да, конечно, заберу. Яблочный пирог, яблоко в меду. Обычные яблоки мне не нужны. Золотое яблоко, ох, это хорошо. Кстати, я проголодалась. Ну, раз вы знаете теперь, что я не принцесса, да и вы, в общем-то, свиньи, я поем. Это теперь не невоспитанно. А, хорошо. О, еще сундук. Алхимический свиток. Способность сбрасывает разлагающиеся шипы по линии игрока. Чего? Картина. Мешок с золотом. Ладно, одним мешком с золотом больше, одним меньше. Ядовитая арка. Способность увеличивает нанесенный ущерб на один больше при отравлении. Кстати, насчет ожерелья. Ох ты ж. А ожерелье Пьера пропало. Интересно, кстати, откуда он его взял? Может, еще что-то я пропустила? О! Это может быть подарки от гостей? Просто их так много. Ох, эндер-жемчуг. У меня скоро места не хватит. Ну, столько еды. Да. В целом, не думаю, что она пропадет. Надеюсь, что она не пропадет. Просто ее так много. Мне кажется, мне это не нужно. О, кольцо. Железная булава. О, чародейская книга шипа 1. О, рюкзак, спасибо. Ох, как хорошо. Ай, спасибо, спасибо. Всю еду сюда положу. А еще что тут? Мешочек золота. Сера. Что-то для взрывов. Я тоже заберу. Откуда у меня 26 уровень? Когда он у меня появился? Кристалл земли. А это что еще? Для какого-то магического посоха. Спавнит 4 дружественных моба. Помогает в атаке. Так, для него мне нужна палка, она у меня есть. О, земляной посох. Снежная роза. Ну да, это поискать нужно. Хорошо, залуталась. А кстати, свин-король, может, вы разговариваете? Ваше хрюличество, простите, пока я не знаю, как вам помочь. А, и не скажешь даже, что они буквально только что были людьми. Вообще, все люди здесь выглядят как обычные свиньи. Да, я все правильно сказала. Кроме короля и бати. Может быть, батя сможет со мной поговорить? Батя Боров. Батя, бать. Я обещаю, что найду способ, как снять это проклятие. Клянусь. Зато какое доброе хрю он издает.
А знаете что? Получается, что я тут хожу, корячусь в этом красном тесном платье совсем просто так. Да и выглядит это странновато. Надо бы переодеться. Так-то лучше. Свиньи, то есть гости, начинают разбредаться. Мне нужно как-то их всех собрать, что ли? Держать их во дворце или на площади — гиблая затея. Они ведь все зас... Ну вы поняли. Надо бы соорудить что-то вроде загона, недалеко от замка. Свиное королевство. Вот это название задания. Я не должна этого делать. Но мне так жалко свинок. Они не заслужили всего этого. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Мне нужно построить загон и загнать туда заколдованных свиней. Награда — чистый и целый замок. Вы что, его пожрать еще хотите? Ну что ж, думаю, это место у коней отлично им подойдет. За работу! Опять. О, ну хоть траву могу ломать. У меня идея. Я не знаю, как это работает, но что если я сделаю железную лопату? Может быть, тогда я смогу ломать больше блоков? Так, готово, сейчас проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20! На 5 больше! Это, конечно, не так много, но что поделать, хоть так. Жалко, что железа на топор не хватает. У меня же есть ферма железа! Ой, как же не зря я ее поставила! Так, прыгаем! Еще давай! Ну давай! 9, 9, давай, 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 последнюю, последнюю! Ну! О, хорошо! Есть! Ура! Теперь будет немного полегче. Фух, вроде все готово. Теперь на кухню за морковью. Вот она. Эй, свинюшки, хотите морковку? А, вот и наш король свин. Отлично. А, что ж, теперь остается найти Пьера. Потому что каким бы он ни был нехорошим человеком, он мой единственный шанс разобраться. Пьер, наверное, в замке. Он куда-то убежал, налево, где-то здесь. Может, он в кабинете своем думает, что же делать с тем, что он стал свиньей. На самом деле он больше похож на маленького котенка. Ладно, не котенка, но кота. Вот такого. О боже, ненавижу эти лабиринты. Так. Где его кабинет? О, ух ты, тарелки, подушки. Я не видела раньше эту комнату. Нету? Может, здесь? Пьера нигде нет. Очень надеюсь, что смогу найти его завтра. А сейчас я что-то утомилась. Но вообще это правда. Действительно, серия вышла очень насыщенной. И никто не ожидал, что все будет именно так. Я помню про магию, про которую рассказывал рассказчик. Но чтобы настолько! Перевоплощение Пьера в какого-то темного дворецкого, а потом перевоплощение его в маленькую черную свинку — это что-то. Ну, команды, ну постарались. Я думаю, они заслужили твой респект. Так что, если эта серия тебе понравилась, обязательно напиши об этом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк. Что же будет завтра? Узнаем в следующей серии. Но на связи была я, Юни. Какая-то неизвестная старая женщина, торговка тайнами. Боже, она меня так заинтересовала на самом деле. До связи!